Недавно в официальном канале Guts и Black Powder рассказали о новой карте. Внизу под постом было сказано «He enjoy support leaks». В переводе это «здесь наслаждайтесь утечками сторонников». Скорее всего, это название карты, но карта, скорее всего, выйдет в конце января или же через 1-2 месяца. Но есть и плохая новость, посту сверху написано: «Сожалею, что в последнее время царит мертвая тишина. В настоящее время я работаю над игрой для колледжа, чтобы получить высшее образование, но через пару дней я снова вернусь к разработке G и B. Скорее всего, я сделаю про эту карту обзор, так что ожидайте». Чтобы следить за новостями Guts и Black Powder, заходите в мой Discord-канал, ссылка в описании.